Добрый день, и мы находимся в Спасском питомнике, а я непосредственно нахожусь в сумке для растений. Она рассчитана на 115 литров. Она сшита из стабильного для ультрафиолета волокна, поэтому выдержит не один сезон. Для того, чтобы выдерживать вес 115 литров, здесь сделано крепление днища. И также в этом году мы ввели, в связи с тем, что были вопросы, в общем-то, дополнительное крепление боковых стенок для того, чтобы и швов, то есть видно, да, эти крепления, чтобы при тяжелой нагрузке не расходились, если много водички и так далее, например. Здесь внутри сумочки указаны ее размеры и литраж. Сами мы ими, конечно же, пользуемся. Собственно, для этого мы их и начали производить, для того, чтобы в первую очередь удовлетворить свои потребности по нужной высоте, нужной ширине сумки. Так же, как у нас есть определенные стандарты, так мы можем изготавливать сумки и по вашим заказам, по вашим индивидуальным размерам. Если у контейнера литраж довольно большой, у сумки, то у него будет 4 ручки для удобства транспортировки, на контейнерах поменьше ручки 2. То есть, ну, тут, чтобы можно было больше человек подключить, так сказать, транспортировку. А теперь я хочу поговорить о том, почему растения стоит, нужно, а не только можно пересаживать не в пластиковый контейнер, а в сумку. Вот у нас тут есть два растения, которые мы вытащили сейчас из сумки и из контейнера. Время посадки у них и то, и другое было приблизительно одинаково, где-то сезон прошел. Вот сейчас мы хотим показать корневую растение, которое находилось в контейнере. Здесь корень доходит до края и заворачивается. Их получается немного, они вот такие крупные, и происходит заворачивание корневой системы. В связи с этим, при пересадке в грунт, растение сразу не осознает, что находится в грунте, а корень продолжает вести себя точно так же. В связи с чем производит впечатление, что растение сидит, то есть приживаться будет намного дольше, нету мелких корней. Вот растение, которое мы вытащили из сумки. Тут видно, что происходит воздушная обрезка корня. Корень доходит и по бокам образует просто тысячи и тысячи других корней. На самом деле это и есть природное поведение растения. Так оно себя ведет в грунте. А так оно себя вести в грунте не должно. Соответственно, это растение пойдет сразу же в рост. Это растение будет немного какое-то время думать. Может быть, это продлится год, а то и больше. Поэтому хотите получить сразу эффект после пересадки, 100% приживаемость, садите в сумки, а сумки делает Спасский питомник. Обращайтесь к нам и до встречи. Пока!